Я рад вас приветствовать на волнах программы «Мелодии нашей памяти». Сегодня в нашей программе я хочу рассказать вам об Капиталине Андреевне Лазаренко, выдающейся советской российской певице, народной артистке России в 1994 году. При регистрации рождения получила имя в честь главного труда Карла Маркса «Капитал». В 1943 году окончила музыкальную школу в Махачкале, после чего участвовала в самодеятельности Дворца культуры Рыбаков, пела перед сеансами в кинотеатрах, затем пела в хоре Дагестанского радиокомитета. Вскоре по приглашению литовского джаз-оркестра переехала в Москву. Вильнюс в это время был немецкой оккупации. Выступала под псевдонимом Кити Шимановская. Одновременно с выступлениями училась в Гнесинском училище. А с 1946 года работала в ГКО, ныне Москонцерт. С 1956 года солистка оркестра Леонида Утесова. С этим оркестром сделала свою первую запись на пластинку. «Школа Утесова», вспоминает она, «не могла не сказаться на дальнейшей творческой судьбе его учеников, а именно Утесов сумел придать природному дарованию Капиталины Лазаренко четкие формы мастерства, мастерства с большой буквы». После работы с Утесовым Капиталина Лазаренко стала солисткой эстрадного оркестра под управлением Эдди Рознера, где она работала вместе с Ниной Дордой. С 1956 года выступала также с ансамблем Евгения Выставкина, в 1960-х годах с пианистом Давидом Ашкенази. Приходилось певице выступать и в Кремле. Сталин, например, любил старинные романсы, ведь его покойная жена Надежда Аллилуева их прекрасно пела. И потому Капиталина обычно не выходила за рамки увлечения вождя. При Хрущеве ее репертуар был более разнообразным, ведь генсек, сам украинец, ей благоволил, часто говоря: «А ну садись-ка рядышком, моя хохлушка», почему-то путал с национальностью мужа к тому времени генерала Лазаренко, видимо, из-за фамилии. Умерла Капиталина Лазаренко 7 января 2007 года. Прощание с певицей состоялось 10 января в Центральном доме работников искусства в Москве. Похоронена в Москве на Пятницком кладбище. Мать ее Екатерина Петровна Шаманова, муж Лазаренко, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор артиллерии. Выступала по радио и на телевидении, гастролировала по стране, а также в Польше, Соединенных Штатах Америки. В 2005 году вышел в фирме «Мелодия» диск «Костер на снегу», записи 60-х годов. Песня «Может быть» Эдди Рознера, написанная специально для Капиталины Лазаренко в ее исполнении, настолько понравилась полякам, что они выпустили «Духи», «Быть может», которые стали обожаемыми в бывшем Советском Союзе. В нашей программе «Мелодии нашей памяти» вы услышите несколько песен в исполнении этой популярной певицы Капиталины Лазаренко. А я на этом, Владимир Брюханов, с вами прощаюсь. До следующей встречи в эфире на волнах программы «Мелодии нашей памяти». Благодарю вас за внимание. Прощай, любить я безумца, с ума схожу.
напоследок я скажу. Работу малую висок еще держи, махай руки и стой колю. Ночь такая лунная, раз, еще много раз.